Всем привет! С вами канал Sober Vision. Совсем недавно я посетил интересную галерею в Москве. Галерея посвящена природным аквариумам и стилям оформления ADA. Компания ADA уже давно считается одной из самых топовых в аквариумистике. В первую очередь она известна своим создателем Такаши Амано. Этот человек вдохнул новые веяния в это хобби. Он создал новое направление в оформлении пресноводных аквариумов, так называемый природный аквариум. Продумал множество стилей для оформления. В общем, про него можно рассказывать часами. Лучше самому воспользоваться поисковиком и прочитать про него подробную информацию. Ребята, которые основали эту галерею в Москве, не только используют практически все оборудование и аквариумы от компании ADA, но и прекрасно воссоздают кусочек природы по всем концепциям японского акваскейпа. Ссылку на эту галерею вы можете найти в описании. Когда ты видишь оформленные аквариумы на таком уровне, в очередной раз можешь убедиться, что это не просто аквариумы, а самые настоящие произведения искусства. В этом выпуске я не буду перечислять все используемые растения, оборудование и вникать во все тонкости. Я кратко поделюсь своими ощущениями от посещения этого места. На входе в галерею нас встречает очень красивый кубик. Шикарный ковер Монте-Карло смотрится замечательно. Тут у нас и камни, и коряги. Очень здорово оформлен, несмотря на такой маленький объем. Далее у нас аквариум под названием «В тени папоротников». Описания на сайте этого аквариума пока нет, но и так можно увидеть, что основные растения в этом аквариуме именно папоротники. Очень много зеленой массы. Следующий аквариум называется «Танец старых корней». Как написано в описании, этот акваскейп создан в классическом японском стиле мизуби. Он имитирует реку, протекающую в тропическом лесу, в котором прибившиеся коряги создали уютное место для рыб и креветок. Коряги причудливых форм, поросшие мхом и застывшие во времени, словно танцуют и хотят что-то вам сказать. Вот так. Далее аквариум в стиле Ивагуми. Для меня это один из самых интересных стилей у Амано. Он всегда легкий, воздушный. Основой оформления аквариума в этом стиле является несколько крупных камней или фрагментов скал.
они подбираются и размещаются строго определенным образом. У каждого из них есть свое название и предназначение, которые восходят к философскому восприятию природы. Большую площадь в таких аквариумах занимают почвопокровные растения. На заднем плане чаще всего используются длинностебельные растения, которые в этом аквариуме интересно стелятся по поверхности воды. Следующий аквариум создатели галереи назвали «Забытый сон», тоже оформлен в стиле ивагуми. В этой баночке три мощных грубых камня утопают в бурном росте валиснерии и эхинодоруса нежного и уже едва видны. В нем использовано всего три вида растений, но посмотрите, как здорово он выглядит. В нем хорошо видна стайка тетры красно-медового цвета. Как вы, наверное, поняли, в природном аквариуме рыбы – это не главное. Основное внимание уделяется оформлению и растениям. Далее. Перед нами предстает аквариум наподобие знаменитого Лиссабонского аквариума. Его украшал Такаши Амано с группой акваскейперов. Аквариум достигает почти 40 метров в длину и объем у него 150 тонн. Ребята из галереи, вдохновленные этим аквариумом, создали свой Лиссабон-стайл и назвали его «Упавшая звезда». Я попал на выставку после стрижки этого аквариума, но и это не помешало почувствовать энергетику этого замечательного стиля. Затем я посмотрел баночку под названием «Оттенки карамели». Тут много длинностебельных растений, которые создают шикарные заросли с лужайкой посередине. Вообще галерея оставила самые приятные ощущения. Очень энергетическое место. В основном все аквариумы имеют стандартный для ADA размер 90-45 на 45 сантиметров. Используется очень хороший свет, подача CO2, удобрения и, конечно, фирменные фильтры. Смотрится очень шикарно. Вот такой сегодня получился выпуск. Спасибо, что посмотрели. Конечно, описать такие места словами тяжело. В них надо побывать самим и ощутить всю красоту природного аквариума. Всем пока, ребята. До новых встреч.